Кто же это был? На машине бегом пробежал по ограде. Пошла машина задним ходом. Вышла. Вон там ее видать. Вот эта машина разворачивается. Вот она пошла. Все. Провожаю Владимира на работу. Вот как. Благослови его, Господи, и труд его сделай полезным и безопасным. Володя там открывает ворота. Сегодня ходил на мост с Гликерией, а температура плюс один, везде вода, я в валенках. Застыли ноги, и она промочила. Но все-таки мы дошли. На мост зашли, по мосту прошли. Она там никогда не была. Все поснимали. О, ворота распахнул. Ну, понятно. Это Дыбунова машина. Евангелие привезли. Судя по тому, как он берет, это Евангелие не красное. Это другое. Вот там кошки бегают. Да это не кошки, это собаки, Игорь выпустил их. Похоже так. Или он их выпустил, или выскочили. А маленькие. Другая кошка-то, не меньше. Кто? Володя все закрывает.
Колечко надо продернуть. Вот так. И сейчас замок. Благослови, Господи, Игоря, благослови тех, кого мы видели сегодня. И этот мост, чтобы всегда стоял, и эту опь, наполненную рыбой. На все, что мы видели сегодня, на храм, на эту площадь именем мэра названа. Да будет благословенно, чтобы люди там ощущали Бога. Познали истину. Володя закрывает замок, чтобы сырость не попадала. Потому что в конце недели уже 22 градуса мороза будет. А сегодня 2 градуса тепла. Сегодня 6 ноября 2018 года, вторник. И вот через 4 дня такая температура. Там еще несколько раз такая. Но уже даже до 30 еще нету. Ну, рождественские... Потом крещенские, сретенские последние морозы. А дальше уже на убыль пойдет. Видишь как. Сегодня мы ходили с этой девочкой Гликерией-то. Я поснимал ее там. Она никогда вот не видела. Дядя-то ее водил, деда ее. А только внизу. А тут она на мосту была. Ну, конечно, промочили мы ноги, но ничего. Ее сразу тут прогревать начали. А в другое это время холодно будет, вообще не пойдешь. Хороший мост в Барнауле, очень хороший. Просто замечательный. Как его украсили, как он весь синим светом ночью выглядит. Вот, Володя тут зашел, закрыл за собой дверь. Ну и все, ясное дело, что получили книги. Во славу Божию. О! Надежда вернулась. Татьяна ее провожает, привезла. Ну да. Там машина стоит. Вот оно. Все. И гликерия тут красненькая. Это вещи, видимо, постирали где-то. Благослови их всех, Господи, в мире и любви. Благослови, Господи, ее.
Что-то не пойму я, где она идет. А вот она. Одна. Ну да. Она. Благослови ее, Господи, и помилуй. И мужа ее обрати к покаянию, если еще возможно. Вот так. Вот 4:40 утром встаем. Вот теперь видно, Володя выходит. Пошел сначала звонить Надежде Васильевне, что, дескать, все. Посмотрел в окно, горит, нет, свет. Ну, дальше пошел. Вот так. Сегодня, значит, у нас пятница. Пятница. Девятое ноября. Плюсовая температура, плюс 1, а завтра минус 18. Так предвидится. А, Володя-то где? Вот он. Это он что, вот его, рыжую снял с голубятни. Это правильно. Вот он сейчас ее приведет. Она там дежурит. Ну, на ночь не оставляем, холодно. Сейчас вот как эти поведут себя. Рыжую тащит. Вот. Ой, молодец, пришла. Ой, Паля, скорее, мать пришла. Вот она, все. А буска-то начинает горбом под голову поднимать. Надо мне сходить к этим там. Давно не было, уже 3 дня. О, валенки драть решили у меня. Ну все, пошли. А где этот малыш-то? А вон он лежит. Отдыхает один. Че лежишь-то, позеваешь, беляк? Вставай. О, лежит, развалился. Хороший растет котик. Мышиный. Начальник будет. Ну, вот стемняло уже несколько часов. И сейчас посмотрели, мне показывают, что вот сосульки висят. Сосульки. И надо пройти, проверить, убрать. А там где-то, видимо, с крыши. Ну, сейчас брат пойдет шибить. Тогда этот шест, который стоит с тряпочкой, только аккуратно, аккуратно. А я отсюда буду смотреть. Давай, с Богом. Не ткни только, Вась. Вот он пошел. Вот он подходит, берет. Вот он пошел. В темноте. И все видать. Вот он идет, видно белое пятно. О, пошел. Представь себе. Все сбил. Все. Володя, почистил. Вот сижу в тепле. Все это заснял. Вот он пошел. Сейчас его видать даже. Вот он идет. Увидал и говорит, что сбить? Я говорю, ну сбей. Это шест такой. Вот так.
Теперь надо смотреть, сюда он зайдет. Вот он к дверям подошел. Ну еще сбил? Да. А я видел. Мне охота мальчика этого снять. Какого? Как поет. Ага. Но у меня, наверное, там лучше, ищище. У вас лучше, да. Ну давай, ладно тогда. Так тоже пришел. Галина. Это пришли помыть. Вот это Людмила Степановна и Галя Немцова. Пришли помыть. Помыли и пошли. Бог помощь. Спасибо, Христос. Обидно было, что они уходят. Так, ну что, помолились? Ой, ой, да она ко мне руку протягивает. У нас не положено женщина за руку-то. Ладно, я тебя вот так маленько подержу и все. Скажи, с Богом оставайтесь. Женщина не положена у нас здороваться. Ну что, идите с Богом. С Богом. Живите мирно. С Богом. Давайте. Приходи все. К нам в гости. Приходи к нам в гости. Я приду, мне надо кошек давно не кормил ваших. Давайте, с Богом. Да. Все. И давайте, будем сушитесь. Рыбку взять. Я ушушу валенки рыбку свои. Рыбку не забудь взять. Давайте. Вот так. Туда посмотри, где они как заходят. Вот они выходят, посмотри. Наведи на них. Вот она вышла, видишь? Вот она, Гликерия. Вон она пошла к дому. Надежда Васильевна. Вот видишь, мы видим, как все благополучно. Палочка у них подперта тут. В ограде там тут за все закрыто. Вот они заходят. Это большое дело видно. Что-то еще проверила, дверь закрыла, нет. Ну все. Все как надо. Так заходят. Гликерия осталась, стоит еще что-то. Так проверяет, смотрит. Сосульки сбивает, Надежда Васильевна. Нет, там снег падает. Сегодня бежит с крыши-то. Ну, она видно, падает, она тыщет, это что-то падает. Сосуд... Снег. Снег с крыши. Да. Застыл и сползает. Вот она стоит. Все. Что-то еще дышит воздухом, решили подышать. Так, все, заходит. Дверь открыла. Свет включила. Вот, а в комнату дверь не открывать, пока эту не закроешь. Выполнить нет. Все правильно. Все по инструкции. А тут у нас закрыто, видно, заборена калитка. Еще нет нигде. Слава Христу. Я сегодня встал, ну, как всегда, в 3 часа, где-то с минутами. И в это время мне уже звонят. Я же сказал, говорю, не звонить-то. Назначено. А на 8 уже назначена большая беседа. Другого города придет сегодня. АК называется. АК. Автомат Калашникова. Ну все, я захожу сюда. О, вошли. Сейчас я обновлю, что тут у меня сегодня. Сегодня вот какие тут такие важные изучения Библии. Вчера противосектантские начали, как беседовать с ними. Очень сильно. А это благовестие. 93 посмотрели. События стало больше смотреть. Вот Херувимская, как сердце литургии. 42 человека за 1 час. Ну, везде 1 час. За 1 час. Ну, Златоуст 5 человек пришло. Так, Житие 3. Вот я проповедь говорю. Научиться рассуждать о теле Господнем 11. Вот так. Ну, и считаю, что все. Ильян Златоуст. Нет. Златоуст это вон где. А это батюшка считает. И вот это, смотри, тоже стали посещать лучше. А вот это наружное наблюдение, она же смотрела сквозь решетку. 1067. Вот. А вот это вот такое вчера я выставил. Она сказала, не хочу видеть смерти отрока. Это когда мальчишка там руку кадилом машет, детеныш. 1490.
Вот это для нас 1490 за один день, это, ну, нормально, потому что это не проходной двор. 27 тысяч подписчиков, 26 миллионов просмотров. Ну вот и все. Сейчас готовиться буду к беседе. Всего слава Божию. Вот выходят наши Гликерия с Надеждой Васильевной. Что делают? Три поклона кладут. Вот, чтобы к нам прийти сюда. Все, двинулись к нашим дверям. Иду навстречу. Сейчас молиться будем. 4:40 утра. Сегодня у нас 9 ноября 2018 года, пятница. Я встаю раньше, на полтора часа. Так, приучи сразу три поклона и мир дому всему. Так, три поклона. Хорошо кланяйся. Пониже кланяйся. Мир дому всему. С миром принимаем, дорогие наши гости. А эти кошки под полом сидят пока. Вот мы. Вот. А этот залез что-то тут на дровах. Шарится маленький. Не успели вовремя. Одеваются. Ой. Так. Сразу надевайте домашние тапочки сюда. Вон он пошел куда. А тапочки забыли опять. Вот. Сейчас молиться будем. Надо кошек выпустить. О, первая паля выскочила. О, вторая рыжая лезет. Все, закрываем, чтобы ветер не дул. Сильно холод оттуда. Ой, надо почистить кокотки. Вот оно как. Эта паля чистится. Ой, как она любит, когда чистит. Да погладить ее, она тогда еще дольше чистит. Все. Ну все, давайте. Кипяток мы уже скипятили, воду. Я пораньше стал тыкву загнал в духовку. Вот это здорово. Вот все здорово так. А куда нашу тыкву у нас вот такущая? Ее на части разрезать, наверное, раздать? Вот и... Нет. Ее сделать, потом сразу... Я встаю и свет выключаю. Это смотри, этот лазил в этот. В духовку и лоб замазал. Сильно не гладь его. Я его пробовал отмыть, не отмывается. Ого. Это он, видимо, ночью тут греться ходил. Я сбегу, тапочки забыли ей взять. Ну, еще забыла, так бывает. Паля. О, давайте на молитву. Ладно, все, все на этом. Вот на лапки встала задняя. Что такое?